Работа торговой точки на улице Городская приостановлена на 30 суток. Причиной тому нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов. Продукты питания здесь хранились на грязных полках. Пол не мыли почти никогда. На основании постановления Фрунзенского районного суда приставы опечатали основной вход. В течение 30 дней в магазине должны сделать косметический ремонт и провести генеральную уборку. Собственника предупредили об ответственности, которая грозит, если сохранность наложенных печатей будет нарушена или торговлю продуктами будут вести через служебный вход.